Подрядчик учел пожелания жителей и родителей нашего детского сада. Был сделан небольшой уклон для того, чтобы вода стекала в зеленую зону. Теперь здесь будут ходить по новым тротуарам. На улице Большая Казачья, около детского сада «Колокольчик», уже закончили основные работы. Асфальт уложили, сделали спуски для колясок, завезли чернозем на зеленую зону. Оценить проделанную работу решили члены общественного совета. По их словам, качество работ уже успели проверить погодными условиями. Здесь скапливалось большое количество воды, когда была дождливая погода. На сегодняшний момент дожди были, и мы увидели, что такого количества воды на тротуаре сейчас уже нет, потому что она сейчас постепенно уходит в зеленую зону. Были замечания к подрядчику, которые исправлял он по мере своей работы. На сегодняшний... Какие замечания? Такое замечание было, что не совсем ровно был поставлен бордюрный камень, поэтому он его исправил, и бордюрный камень стоял как раз-таки в правильном направлении. В «Колокольчике» занимается 262 ребенка. Детей водят из ближайших домов. При этом участок пешеходной дорожки не видел ремонта около 15 лет, рассказывает Елена. В детский сад она водила еще старшего сына. Теперь здесь занимается младший ребенок. Говорит, раньше приходилось прыгать через ямы и трещины. С детьми особенно тяжело, потому что здесь, ладно, ты взрослый человек проходишь, а здесь ребенка надо еще протащить через эту лужу, чтобы не намочился. Ну и спотыкались постоянно, потому что здесь постоянно эти ямы. Первым о необходимости ремонта тротуара в Саратове заговорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В рамках благотворительного проекта за 3 года потратят более 1,5 миллиарда рублей. Причем сами жители определяют, какие тротуары нуждаются в ремонте в первую очередь. Помогает в этом общественный совет. Когда смотришь и контролируешь эти работы, встречаешься в том числе и с людьми. Конечно, проект спикера Госдумы Вячеслава Викторовича Володин, он идет для наших граждан, для жителей города Саратова. Он создает комфорт, он создает безопасность. Опасность и создает вообще новые условия проживания в той или иной местности. Есть и замечания, которые мы говорим и которые нужно исправлять. К детскому саду «Колокольчик» теперь можно подойти со всех сторон. Отремонтировали перекресток улиц Большая Казачья и Пугачева. Рабочим осталось затереть швы вдоль тротуарной плитки, установить бордюр и засеять газон. Принимать тротуары здесь будут уже на следующей неделе. Павел Фитилев, Роман Шельдяев, Саратов 24.